В связи с праздником Международным днем защиты детей, социально-демократическая партия «Адалат» провела акцию в центральной поликлинике города Алмалык под названием «Вся наша доброта с тобой». Эта акция в нашем городе проводится ежегодно. Сдача крови на донорство – серьезная процедура. И для того, чтобы она прошла безопасно, человек должен выполнить ряд мероприятий. Помимо общих рекомендаций, врачи советуют донору непосредственно перед процедурой придерживаться определенной диеты. Человек, который принял решение совершить благородное дело и сдать свою кровь, должен накопить силы и максимально насытить организм полезными микроэлементами. Готовить организм к процедуре рекомендуется начинать за пару дней, и именно в этот период, помимо диеты, следует полностью отказаться от алкоголя и некоторых медицинских препаратов. Люди, которые часто становятся донорами, прежде страдают от различных заболеваний сердечно-сосудистой системы. Статистика говорит о том, что донор в среднем живет на 5 лет больше. Человек не должен сдавать кровь натощак. Наоборот, обязательным условием в день проведения процедуры является легкий завтрак. Перед походом на станцию переливания можно съесть сладкую кашу, приготовленную на воде. В нее рекомендуется добавить мед. Кроме этого, донору можно подать фрукты или сухофрукты. Непосредственно перед сдачей крови следует выпить стакан сладкого чая. Ко дню защиты детей социально-демократической партии «Адалат» было организовано мероприятие по донорству. А сегодня мы видим в глазах наших людей, в глазах наших избирателей и наших сверстников, друзей такой огонь, что все хотят помогать нашему следующему подрастающему поколению. Наши дети – наше будущее. Их здоровье для нас, взрослых, имеет большое значение. В этой проведенной акции активно приняли участие более 30 жителей города, а также рабочие Алмыкского горно-металлургического комбината. Стали донорами крови для детей. Герои бывают не только в костюмах, а даже среди простых людей. Эти герои могут спасти чью-то жизнь. Берегите себя и своих детей.